Всем привет! Привет! Сегодня мы идем на очень интересное мероприятие. Покажем вам. Color Frenzy Run. Короче говоря, бегают все, бросаются... Краской. Мукой такой непонятный. Короче, красками, да, бросаются сухими. Сухими, вот. Друг друга. Вот многие, я думаю, видели в Индии, у них такой целый праздник есть. Вот здесь переняли, но совместили это с забегом. Еще и вокруг озера забег. То есть можно бежать один круг, можно пешком идти. Короче говоря, развлечение для всей семьи. То есть, чтобы весело было и радостно. Вот все. Погода прекрасная. Как раз для Колорадо. Да. Так сегодня что? Сколько сейчас? 21 где-то уже градусов. Градус. Да, 21 градус. Давайте перейдем дорогу, детки. Так, вперед. Идем. Кстати, в стоимость билета входит вот такой пакетик, в котором есть... Я покажу вот краски, кстати. Вот такие разные цвета. Очки разных цветов. Можно выбрать по желанию. Подходим мы уже к месту. Людей много. Большинство в белых футболках, чтобы было видно. Ну, различные краски, когда в тебя кидают, вот там уже люди бросаются. Да, весело. Ну, естественно, еда тоже. Сосиски. Все уже грязненькие. Да, весело. Покажи, какие цвета у нас? Синенький, розовенький, желтенький, да? И такой попол. Поэтому я одеваю очки, чтобы в глаза это все не попало. Ты готов, Иван, всыпаться? Я решил не одевать такие очки, мне это такое. Ну, вот такая местная забава. Да? Собака бедная смотрит. Давай туда вниз спустимся. Ой, даже собаки покрашены. Ну что, весело? Давай, Марк, сыпь. Сейчас, мы будем. Правильно. Обсыпай. Ай, Марк, да, я только не наплывал. Иван, а тебе тоже хорошо видно, хоть ты не в белом. Очень хорошо видно. Ну, потому что она желтая. Да? Нет? Есть еще краска. Вон, у Марка. Даня, пусть она тебя бросает. Нормально. У тебя мало краски. В этом прикол заключается. Марк, подними, пожалуйста, я разбрасываю. Да, я открою тебя. О, Марк, ты очень красивый, смотри, сколько на тебе много цветов.
Еще здесь на озере живут красивые лебеди, и вот с детками они недавно родились. Их здесь обычно кормят, поэтому они всегда прибывают и не боятся людей. Jump in your socks, girls. 3, 2, 1, go! That's the way, all the way. The higher you jump. Будем крутить колесо и смотреть, что же мы выиграли. Тутбек мы выиграли. Тутбек. И Дэниел, Дэниел будет спин as well. Сумочка, шарик и конфет. Так, что у нас Даня выиграл? Дэниел, гадите спин so fast. Come see me. We'll give you those as well. They're 1 week free trials. Cool. Планета фитнес, спортзал. It's for us. Мама, помни конфетку. О, Даня выбрала бутылку. А нет, это такая штучка. Мама, помни конфетку. Что из еды? Сосиски, как обычно, жарят. Сосиски в хлебе, да, обычные. Здесь какая-то этот... Вискас, шмискас, это что-то, знаешь, Siberian Husky, Rescue of Queensland, это именно спасатели какие-то. Кстати, вату продают и лед. Вата и лед, да. Взбитый лед, перебитый, и с сиропом. Сиропом поливают, и такой он разноцветный получается. Большинство берут замороженный лед. Ой, замороженный, он так и замороженный, да. Лед с этим, с сиропом. Сбитый лед, вот. Ну, наши дети. Ну, просто такой мелко порубленный. Ну, как бы я не вижу такой жары, чтобы лед пожирать. Здесь сегодня жарко. А? Здесь сегодня жарко. Ну, я не сказал бы сейчас. Комфортно. Сейчас ветерок поднимается по чуть-чуть. Это тоже не супер полезно. Это вообще все не полезно. Да. Ну, это же не кушается каждый день. Так. Боже, какая-то маленькая огромная. Ничего себе. Я не маленький. А, окей, уже нет. И для Дани сейчас. Марк, ешь спину. Ну как, тебе нравится? Покажи, какая большая. Ты. Иван, воруешь? Да. Воруешь? Радости моего детства. Сладкая вата. Так, сейчас ожидание. $5, да? Да. Такая штука. А ну, Даня, покажи. Ничего себе. Так, все побаловались, пообсыпались, теперь началась разминка. Все-таки мы здесь на забеге. Сейчас все разомнутся и побегут. 3 круга. Максимальная. Каждый круг 1,6 километра. Можешь сколько хочешь бежать, можешь идти. То есть... Бегут, кстати, не только взрослые и дети, но и собаки. Вот. О, еще одна, смотри, на МКУ похожа. А это да, она все это. Большая. Ну, ей нравится. Так как здесь собак. Мальчик, который подходил за мной. Собак любят, поэтому их берут везде. Mm-hmm. И на забеге тоже. Ну, видно, что старенькая. Big thank you to anyone who brought down a donation today for getting the rescues. Вон маленькая. Again, if those who've been here before. Забег вокруг этого озера. Сейчас все идут. Вообще, людей довольно-таки много. Ну, да, поэтому они сделали первый
путь walking only, они объявляют первый участок, чтобы люди рассосались немножко. И тогда можете начинать бежать. Вы представляете, все вместе забег и посыпаться и в озеро и так далее. Еще один. Песик. Он бежать хочет очень сильно. У нас детки как раз сладкую вату пока доедят. И можно будет пробежаться. Здесь прикольная штука. Вот такие какие-то примочки дополнительные. Пена. Все мокрые, правда. Сейчас все в краске. Теперь еще в пене намочатся дети. Короче, будет весело. Но дети рады. Пешком домой пойдут. За машиной. Аня, как тебе? Весело? Пошли дальше бежать. Теперь забег продолжается. Бежать нефиг, видите? Ты идешь. Надо отбегать. Давай сюда. Мы срезаем. О, следующая станция. Опять обсыпают краской. Следующее препятствие. Нужно пролезть через какой-то тоннель. Здесь полоса препятствий. И мужик в пачке полез. Не, я не полез. Не была, я тебя еще поливаю.
не получилось. Бежим дальше. Ну, как тебе, Иван, впечатление? Ну, нормально, для детей фан. Дети в восторге. Бежим дальше. Быстро не беги. И последняя зеленая станция. Я всех обливаю зеленым. Вступаю. Ну что, Иван, как впечатление? Впечатление классное. Именно атмосфера сама, все веселые, радостные. А тем более, больше всего детям даже не вот посыпание этой пудрой, да, понравилось, а именно вот эта вот пушка, которая... С пеной. Пену делает, да. Вот там дети просто сумасшествие. Наши так вообще вон насквозь мокрые все. И все дети там зависают до сих пор, куча людей. Ну... Хорошее мероприятие. Главное, чтобы вы, кстати, для народа, которые у нас немножечко на голову озабочены, это никакого отношения ни к ЛГБТ, ни к чему не имеет. Так что не путайте, пожалуйста. Это именно в поддержку защитников и спасателей животных сделано. То есть, вот и все. Ну, Марк, давай рассказывай, Марк, тебе понравилось? Да. А что понравилось? Пена и хаски. Это вообще очень круто. Да? Как, вот так? Да. Так, ну хорошо. Главное, детям понравилось. Еще пойдем? Да. Ну, в следующем году посмотрим, да. Может, в каком-то другом месте будет интереснее, побольше, покрупней. Хотя, в принципе, я не вижу смысла ходить там, где очень крупно. Потому что чем больше людей, тем тяжелее это все. Потом вот второй мы круг, кстати, когда пошли, тогда так вообще комфортно. Тебе же медаль дали, покажи. Медаль. Главного забега. Да. Color Frenzy. Ну, в общем, Supporting Animal Rescue. Да. Да, мы советуем мероприятие. Если будет проходить в вашем районе, обязательно сходите. Это все происходило в North Lakes, Lake Eden. Ну, я на прошлой неделе, кстати, видел, происходило, то есть и в других районах тоже периодически проходит. То есть вот так что... Оно такое локальное, в принципе, для определенных районов. Оно не происходит там для всего города, да? То есть в каждом районе в свое время они проводят такие мероприятия. Ну, а на сегодня у нас все. Если вам понравилось, то оставьте лайк. Всем пока. Подписывайтесь. Всем пока.